театр искренний, живой, или говорит, ну, так сказать, от души, от сердца, то зритель на это обязательно откликнется. Обязательно откликнется. А если зрителю показывают что-то необязательное, с каким-то странным вкусом, сомнительным, ну, не зритель такой. Потом зритель еще смотрит телевизор, зритель, так сказать, уровень, так сказать, даже не развлекательный, хотя это еще часто бывает, не совсем высокого уровня, это тоже сказывается на зрителе. Поэтому это такой процесс взаимодействия. Начинают, какие артисты играют, потому что здесь свои вкусовые ощущения.